На «АвтоВАЗе» подвели итоги конкурса профессионального мастерства. Мероприятие проводилось с мая по ноябрь в двух службах. Вице-президента по производству автокомпонентов автомобилей и вице-президента по управлению цепочкой поставок. На участие было подано 410 заявок от работников 14 подразделений. По итогам были определены 122 призера и 22 победителя конкурса в своих номинациях. Главное место в конкурсе занял Сергей Уваров, наладчик производства двигателей. Ему вручили основной приз – автомобиль «Лада X-Ray Cross». Это очень важно – награждать лучших по профессии. Вы победитель и представляете всех людей, которые работают на «АвтоВАЗе». Это доказывает, что на предприятии есть люди, которые действительно профессионалы. Еще раз вас поздравляю и поздравляю все производство двигателей. И, как вы правильно сказали, это результат работы всей команды. Сергей работает на «АвтоВАЗе» с 2013 года. Он гордится своим делом и любимым Тольятти. Молодой человек убежден, что победить ему помогли знания и вера в свой успех. Несколько этапов конкурса, теоретических и практических, Сергей прошел с легкостью. Кроме того, он предложил свои идеи по развитию предприятия, которые оценило конкурсное жюри.